Так, значит, сегодня веду оператора пирата, поэтому мне нужно сначала изучить то, на чем он будет действовать. Для этого я веду два понятия, довольно простых, но важно. Во-первых, если я у вас расстояние над обратным, всегда отстроены базы X. Не важно, спинорное или не спинорное расстояние, значит, оно ориентированное, опять же, структурная группа. Тогда мы можем построить так называемое расстояние Клиффорда, где x, значит, мы можем рассматривать двумя разными способами. Первый способ, не совершенно эквивалентные эти способы, но, наверное, желательно понимать, что они оба существуют. То есть первый способ, это мы возьмем, соответственно, главное расстояние и умножим на алгебру Клиффорда нервную, над представлением стандартным, как это называется, наверное, Клиффорд Ро, то есть астрологическое представление СО ЛРМ, оно продолжается до представления СО в алгебру Клиффорда. Представление с помощью астрономфилов. Это получается расстояние структурным со слоем алгебру Клиффорда. Вот. Второй способ, он тоже не менее очевидный. Значит, это то, что нужно взять тезер на расстояние, тезер на алгебру, расстояние, которое тезер на алгебру построено по Е, и проскринировать по идеалу вида, значит, положенного элемента вида В. Тензор на В плюс модуль В в квадрате. Вот. Все, что будет одно и то же, видно легко с помощью глобального, но то, что глобальный способ, это просто будет автоматически. Значит, каким способом мы не строили это расстояние Клиффорда, мы получаем следующее. Следующее простое. Опять-таки я состою утверждение. Мне кажется, наверное, не буду, хотя если что-то закончится, попробую вспомнить. Значит, во-первых, сечение распределения Клиффорда образует алгебру, тоже сокративная. Да. Во-вторых, значит, что там мне еще нужно? Распадение Клиффорда представляет прямой суммы черной и нечерной части этого распадения. Так, все пока очевидно, да? Больше того, значит, это номер 2. Комплекторное распадение. Расстояние Клиффорда изоморфно внешнему расстоянию внешних краткостепеней алгебре расстояние Е. Но это расстояние, это изоморфизм, не изоморфизм алгебр. Не изоморфизм расстояний алгебр. Это объект расстояние изоморфное, но если я еще приму внимание структуру расстояния алгебры, это будет равное расстояние. Если еще, это нужно еще. Да, давайте пока пишем третье, напишу, что стандартный совершенно вот тот же самый способ, который у нас был, выделять лямбда-каты, где это ядро такого вот изображения волной, наверное, минус n минус 2k воздействие, эти собственные значения, которые говорят волной, делят волной, называется альфа, минус альфа, l, t, как мы вспомните, это dk, 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 это у нас, вот, так не написано, dk,
результаты всегда будут опрограммированы базой. Чем ориентироваться больше. Вот. Ну и, наверное, еще надо добавить, что, конечно же, третий пункт, значит, омега, элемент объема, если у нас есть элемент объема, точнее, элемент объема всегда есть, но элемент объема он здесь построен, но если вы будете смотреть, как он изменяется в перемене координат за элемент объема, получится, что он глобально приближен. И все, что мы строили в плане с помощью элемента объема в этой алгебре, все автоматически совершенно переносится на этот случай. Так, элемент объема это, грубо говоря, течение старшего внешней степени. Да. Ну вот вы знаете, оно и есть. Ну да. Если это ориентировано в плане. Да, ориентировано. Ну, это просто в лишний раз его описываем, теперь это элемент алгебры пишут. Значит, это первый стандарт расстояния, на котором будет действовать брат оператор. Ну, первый ингредиент необходимый. И второй это распределение спинора. Значит, пусть теперь все-таки наконец. Это спинорное распределение. Распределение с спинорной группой. Значит, даже не спинорное, а спинное распределение. Расстояние со спинной структурой. Со спинной структурой. Тогда у нас, значит, есть тогда главное спина расстояния, которое ассоциировано, да, вот это вот с этим, да. Оно закрывает ПСО. Вот. И мы можем тогда для любого представления ну. Вот и спин N в эндоморфизмах некоторого модуля M построить вот такое вот расстояние со слоем M. Вот. Это у нас будет главное. Тогда у нас получается спинорное расслоение. Спинорное расслоение. Вот. И, ну, конечно, имеется в виду, прежде всего, то есть, у вас очень много разных представлений. Сейчас, эндоморфизм и Е, наверное. Нет, что значит эндоморфизм? Ну, у вас представление. Это... Не больше того. Да. Ну, это линейный эндоморфизм. Линейный. Значит, вы должны понимать, что, конечно, у спинорной группы много представлений, и большая часть из них приходит к представлению группы СВМ. Вот. Они тоже могут быть названы спинорными соответствующие расстояния, могут быть спинорными. Но нас, прежде всего, интересуют настоящие спинорные представления, которые приходят из представления, спинорного представления дельта, дельта плюс минус, как оно называлось, спин. N, значит, по-моему, N было равно 4K в нашем случае, в некотором, я не помню, здесь по размеру. Давайте пишем V, потому что размеры все равно не склонны. Значит, прежде всего, значит, это не единственный случай, но прежде всего такое. Прежде всего. Ну, в качестве других примеров можно взять что, например? Можно взять стандартное такое топологическое представление Ангера Клиффорда на себе реальными умножениями. Тогда у вас будет стандартное представление группы спин на Ангера Клиффорда. Да? Значит, назовем это сейчас какое-нибудь представление Клиффорд N. Нет, Клиффорд у нас было, давайте тогда Клиффорд N. Это спин N левыми умножениями на Клиффорд N. Да? Обращаем внимание, что у нас получится снова расслоение по-своему. Вот таким вот. Но это расслоение не будет совпадать с этим вот. Это важно. Это почему оно не будет совпадать? Потому что если посмотреть,
Вы легко понять, что вот это расслоение, это тут написано. Ну тут оно всегда определено. Оно всегда определено. Но можно подумать, что в частном случае совпадет с тем, что оно было. Нет. Не совпадет, потому что вот это вот расслоение, оно соответствует третьему представлению возможному спинорной группы, а именно в спинорную группу тоже вкладываем в алгебру цифры и берем соотношение. Да. Ну и лучше предоставить для нас. Вот так вот. Вот так вот. Клифор звездочка, да, клифор клетка, а дальше с помощью А в аминокризм себя. И вот это дает нам, вот видите, друзья, дает как раз нам этот клетку. Значит, если нужно экспериментами, то уже проще все точно сделать координаты самоболей, но это, по-моему, очевидно, к сожалению. Просто обращаю наше внимание на то, что оно другое, не нужно путать. Вот, это представление очень простое о свойствах этих спинорных построений. Введение упражнения, да? Значит, что у нас тут есть, дайте мне по пути. Значит, у меня есть несколько пунктов. Видим это вновь. Что это вновь здесь было, то, что гамма при процессе сечений клифордового воспаления гаммата, вот что в процессе сечений, воспаления S от E. То есть это вот воспаление будет выдавать S от E. Ну, если у меня фиксировано какое-то представление, чтобы не было значений, так я фиксирую. Так, в основном сечении этого воспаления спинорного, оно всегда модуль над сечениями лифов лет. А я думаю, опять-таки, почти очевидное утверждение, если вспомнить, что у нас подберется представление с помощью сопряжений. Да? И если мы сопрягаем, у нас при замене координат, при замене, так сказать, системы, у нас сечение здесь S умножается в A, S, А минус первый, сечение этого состояния спинорного переходит в сигма, переходит в А сигма, тогда S сигма будет переходить, вот если мы перемножим, А минус первый сократится, А S сигма, то есть то, что и положено иметь. Так что это очевидное утверждение, но очень важно. Пункт 0. Пункт 1. Значит, у нас спинорного настроения, конечно, никакого элемента объема нету, но мы можем его все-таки извлечь из того, что у нас было. Да? Значит, что у нас получается? Элемент объема, значит, действует на сечениях, ну давайте значит, если они в квадрате умножаются одному, то, например, значит, это в том случае, когда это 4k, да? Это дает нам направление спинорного воспаления в прямую сумму s плюс и минус, s плюс минус. Значит, ну и то же самое, если у вас зависит комплексное, возьмете, да? Зависит комплексное. А, короче, у нас вон центральный был. Я имею в виду центральный. По-моему, такое там дело. Второе условие, что если омега, значит, возьмем омега С комплексный, то у нас тем более будет. Всегда у нас будет омега С в квадрате. А на одному, опять, если они распространены, то мы получаем опять распределение в прямую сумму SC плюс SC минус.
это C. Ну, появляется S. Плюс C. Плюс S минус. И можно написать, что такое у нас S плюс минус C от E. Можно взять спинорное структурное расстояние, главное, умножить на стандартное расстояние, представление комплексного нашего образа на C, по-моему, там даже размер, смотрим, C в степени 2 степени m минус 1. Такое вот очень многомерное расстояние. Значит, у нас эти распределенные представления развиваются в такую прямую сумму. Да! Я прошу прощения, я имел в виду, вот в данном случае уже, это не произвольное спинорное расстояние, я это суммировал, а те, которые получаются из непреродимых представлений о группе спин, которые в прошлый раз мы с вами записывали. Конечно, это вот разделение будет всегда существовать, потому что оно получается просто из применения элемента объема, квадрате равного одному, да, и центрального. Значит, я предположу, что n равно 4k.
даже, наверное, да. Тогда у меня еще главное представление состояния, значит, и давайте мечтать, что x это спинорное многообразие, тогда этот x разразумеется на этот x. Вот. И, как мы знаем, в этом случае это изоморфно s плюс от x плюс s минус от x. Больше того, как мы знаем с вами из этой классификации представлений, умножение на нулевые, даже не нулевые, нулевые, единичные, векторы вот, из Thank you.
Вот. Тогда у меня будет с другой стороны. Вот эти вот ТХ, оно у меня вкладывается, как вы понимаете, в глифер ТХ. И поэтому у меня здесь есть структура, значит, вы знаете, что это элементы галлинга глифера. И тоже элементы галлинга глифера. Я посмотрю тогда такое отображение, которое из звездочка S плюс и звездочка S минус просто-напросто умножает каждый элемент на соответствующий вектор. В S точке. У меня есть элемент в диске, да, на котором сидит у меня слой. Сейчас вот так он составит. Вот мне точка X, это вот D, D, точки диска. Вот. Значит, X много вообще говоря. Если смотреть не слышно, потому что это выше моих сил. Я не умею рисовать заглубление 7-мерной, 4-мерной сфере в 11-мерном пространстве. Есть такие мастера, я такого не умею. Вот. Я нарисую одномерную FBX, вокруг него вот DX есть. И вот на той же точке отвод висит, соответственно, еще некоторые два элемента. Два разных пространства. S плюс X точки X. И S минус. S минус X точки X. А это вектор. Вот если я возьму теперь отсюда вот любой элемент, используя структуру модуля над расстоянием клифа до Таузер, умножить на V, я получу элемент отсюда. И больше того, даже у меня элемент отличный от нуля, если элемент отличный от нуля, то это отображение будет изоморфизмом вне нуля. Да? Изоморфизм вне нуля. Вот. То есть я получаю такую вот, какую-нибудь тройку, которая дает распаление с компактным носителем или смотрите распаление расширением К по теории от D от X. А вот внизу S X. Значит, это что такое? Вот эта штука. Что это такое K до X от X? Означает, что у меня есть расширение, пара расширения до X, и это проявление между ними, которое будет изоморфизмом на S. Это будет называться относительная КО-группа. Мы об этом с вами говорили. Но вы, правда, КО-группа комплексная, но они чем отличаются от вещественных. В этом смысле. Может, тут все помнит то, что ничего не надо сказать на это. Вот. Прекрасно. Вот. Ну что? Что можно ожидать? Давайте я продолжу. Если я, значит, вы помните, что D, E, фактор по S для любого расстояния называется пространством Тома расстояния. И, как мы знаем, с прошлого года это будет, у меня будет изоморфизм, будет продолжаться. Эта штука будет изоморфна в КО теории от пространства Тома. X. Ну, наверное, приведенный, потому что у меня все-таки объяснительные группы. И поэтому тут, например, нужно запятую точку ставить. Я это сделал. Вот. Ну все, теперь осталось помнить, что такое конструкция последнего дома. Я говорил, что любой элемент, значит, любое спиновое многообразие X и квадратизма спиновых, давайте, не ошибиться. N, ему сопоставляется некоторое отображение Fx из сферы размерности N плюс 8k, это точно большой камера, в пространство Тома универсального распределения на группе спин. Здесь спин. Только не спин, а
не 8, а 8, не 8. Вот так. Вот. Поэтому что у меня получается? Значит, я положу тогда открытый. Вот. Значит, да, это класс. Класс. Это назову его классом это от давайте. Да. Да, на самом деле я немножко поторопился. Конечно же, я написал это для спинорного расширения спинорного с касательным. Это неспроизвольное спинорное расслоение, связанное с любым расслоением каким угодно. Да? Uh-huh. Значит, тут даже можно писать вот Е писать, тут вот тоже будет тогда Д, Е, вот Е. Тогда я буду получать элемент в кого теории. Вот это можно написать, потому что не будет отсюда тоже Е. А не это Х, а Е. Да? Не будет класс. Это вот Е лежать к теории от значит, пространства форма от Е. Ну и все. Значит, возьму в качестве этого самого Е вот это самое универсальное распределение. Это будет класс это. Значит, давайте напишем 8х, лежает равно это вот Е. Спин 8х, да, и он будет держать ХО волной от пространства дома этого самого спин 8х. Вот, а тогда есть изображение F. Тогда я буду возьму F звездочка, обратный образ этого класса, универсального, это 8х, лежащего здесь. И это будет элемент К по теории, ну, переведенный по теории. Переведенный по теории от S 8х плюс M. Так? А дальше у меня есть перечислить вот так. Это будет возможно. ХО теории от SM. Что есть ничто иное. Ха по определению. ХО теория от точки равномерности минус М. Вот это называется АОС. Вот его построили. Правда, просто прилетает, кому он такой нужен. Потому что мы теоретически можем все построить. А вычислить, чему это равно, хотя в каком-то примере, это очень проблематично. Удивительно то, что иногда это можно вычислить. Не то, что это можно определить. Потому что иногда это можно удается осмыслить в более приземленных теоретических терминах. Все. Кого теорию построил? Ну что? У меня был план такой. Сейчас я хотел рассказывать про координаты. Сегодня мне потребуется вас знание того, что такое связанности, механизмы в главных расслоениях, как они связаны со связанностью и механизмами в ассоциированных векторных расслоениях. Значит, я понимаю, что тут такие курсы бывали, да? Но с другой стороны, я не знаю, насколько подробно все это знаете. Давайте я буду рассказывать, как он стиль, я буду перечитать факты, которые нам потребуются, написать формулы. А потом, если будут какие-то будут вопросы, расскажите, ладно? Тогда связанностью
называют распределение горизонтальных пространств. Линия горизонтальных пространств. В ТП. Что за горизонтальное пространство? Конечно, надо, чтобы оно... Я еще ничего не говорил, да. Это сведения по духу позже, это что-то так картин. Да, понимаете, что вы занимаетесь, поэтому мы здесь, собственно, и не говорим так подробно. Посмотрите, знаете себе, что у вас вот здесь распадение, локально оно так выглядит, да, локально это просто вот такой вот, кубик это просто, 8 умноженный на 8. Значит, тогда если взял эту точку, то мы можем локально, вот в этой точке указать, направление векторов, оно параллельно в базе. Да? Это направление векторов параллельно в базе будет не только размером, что база, а пространство. Да? И в каждой точке оно будет свое. Если направление было тривиальным, то мы могли бы это глобально определить, и проблем бы не было, вообще говоря. Сразу мы сказали бы сразу. Взяли, подняли бы снизу вверх, то, что надо, и получили. Да? Значит, тут, чтобы у нас все работало, нужно в каждой точке делать свое и надеяться, что потом это все склеится. Ну, это склеивается, это сложно понять, конечно. Но описать глобально эту штуку довольно сложно. Вот. Единственное, что пока удается добавить, это слово, которое уже упомянул Никита, что это эти векторные пространства будут на варианты по отношению к действию группы. То есть, если я буду переносить элементы точки в этом вот главном распределении с помощью группы G, то горизонтальное подпространство, прикрепленное в одной точке, будет переходить в горизонтальное подпространство, прикрепленное в новой точке. Это определение называется вариантность главного распределения. Вариантное по отношению к действию. С другой стороны, если я возьму группа G, напоминаю, действует у меня на P. Действует она с помощью вертикальных сдвигов по слоям. Орбиты этой группы — это слои. Как вы знаете, сама группа G всегда это парализуема. То есть у нее всегда есть семейство векторных полей, всюду независимо друг от друга линейно. Значит, которые отсюда образуют базис этой группы. Да? Касательно, конечно. Базис, конечно, распределение. Да, очень слово касательно, допустим. Мы можем воспользоваться этим и построить аналогичные векторные поля на слоях. Не помогите надеться так. Нужно рассмотреть однопараметрическую подгруппу S, T, C, заставить ее действовать на пространстве P правыми умножениями, взять дифференциал дифференцированный d по dt, взять точки t равно 0. И это будет векторное поле, индуцированное φ в точке P. Вот. Таким образом, получаем это достижение, получаем же каноническое уже подпространство, точнее t, G, получаем хроническое пространство и записаем здоров, и ремонтное G. Как это у нас будет? Вот. Если теперь у нас есть дополнительное горизонтальное пространство, мы получаем отображение проекции из касательно пространство к всему распространению, вот это на пространство вертикальных векторов, которое можно нажать. Да? Это построено, это проекция вдоль горизонтального распределения, вдоль связанности. И то, что получается, можно определить как формулу, один формулу на со значениями G.
И легко понять, что тогда у вас будет понадобиться здесь такое условие, одно из того, что, например, стоит в том, что если я возьму правда из них элемента G, из группы G, и изменю форму связанности, это то же самое, что если я возьму фактор большое G минус первый, это все. Вот такой вот. Вариантности, которая была здесь, эти вариантности, что площадка переходит в площадку. Одно из вариантов для этого квадратика. Вот. Это, конечно, такая абстрактная наука, она очень хорошо изложена в разных книжках. Я очень люблю такую замудрившую книжку под названием «Зуланки, Винген. Эссенциальные приметы расположения пространства». Если когда-то у вас попадется, вы посмотрите. Аконитная, но ужасно замудренная. Вот. Но так вот идея довольно простая. Давайте частный случай посмотрим. Частный случай. Частный случай. Случай. Да, прежде чем продолжать, я сейчас только кривизна сделаю. Кривизна. Это два форма омега большое. Равная G маленькая плюс омега. В частном случае, что группа G равняется, например, S от N, тогда алгебрами группы G, это алгебра S от N, это все несимметричные матрицы размерности S на N. И тогда связанность омега, это то же самое, что матрица один форм, антисимметричная, то есть омега из G равняется минус омега G. А кривизна омега из G, это тоже антисимметричная матрица, только два формы, она имеет вид вот такой вот. Ну я не знаю, может сейчас не будет тогда, что-то очевидно, что получается. Да? Сами напишите. Так, что мне еще потребуется? Так. Если мы теперь, допустим, теперь у вас группа R имеет некоторое представление. Еще какое-нибудь там четвертое измерение, которое я сразу не имею.
то я могу это распределение сохранить, просто теоретически подняв на это дитанство произведение. Да? Включаем распределение на P, крест, ро, на G, умножить. Давайте мы оставляем, да? Писать буду там. А дальше, это сначала, вот такое сначала, да? А дальше, когда я буду факторизовать по действию этого ПЖ, слева и справа, да, то я получу, значит, как у меня эта штука называется эквивалентом было распределение, то я получу возможность перенести это распределение на новое главное распределение. То есть получаем связность на P ро G S O. То есть, если хотите, на P S O вот, соответствующее выражение это отклонение, которое называется P ро G R разбрасываем G, то мы получаем связность на главном основании проекта. А чем хорошо связаться с такого частного случая главного основания? Да, конечно, всегда всем хорошо, все связаны хорошо. Но это особенно хорошо, потому что у нас у негламного этого распадения есть пространство сечений. Вот. И значит, утверждение состоит в том, что связность на ПСОСЕ эквивалентна ковариантной производной на течение этого распределения, два течения такого распределения. А именно, значит, нагло от течения Е, давайте Еитова, Еит это локальный базис, я не знаю, ЕМ, локальный базис. Вот, от Еитова, давайте нагло от Еитова равняется сумма, значит, по G, омега и G дает самой, связано умножить на две G. Сейчас я поясню обозначение, которое тут введено. Они достаточно очевидны, хотя требуют некоторого осмысления. Во-первых, нава, это ковряд производных, если вы не знаете, это направление и сечение вот такими вот, повторяющие траекторию. Так, да, теперь давайте я напишу, как вот, в общем, вот это вот, чем
это хорошо, это вариант дифференцирования. С помощью него очень-очень удобно вводить кривизну. А именно, это вот отображение можно продолжить с помощью такого же рода соотношения, это отображение вот такого. X, термин на D, и так далее. На самом деле можно продолжать сколько угодно раз, пока хватает размерности. Вот. Вот это отображение гамма из гамма от X, гамма от лямбда катая X, термин на E, гамма от лямбда катая плюс 1, X, термин на E. Вот. В квадрате это отображение не равно нулю. А там же квадрат также дается нашей самой любимой кривизной. Квадрат Е это будет значит, от Еикова. Это будет точно такими же обозначениями. Омега с волной и Ж термина ЕЖ. Да, еще раз говорю на то, что в отличие от связности, значит, прежде чем продолжить дальше, я напомню еще две формулы, которые у нас известны. Значит, упоминать еще одну формулу. Она называется первая формула с листом. Первая, значит, с листом, что если мы меняем этого локальный барьер, да, мы меняем адаптивализацию, то форма связанности у нас меняется по стандартному закону. Давайте написано сильно, чтобы не перепутать. Сейчас где-то, наверное, написано. Я его не здесь не записал. Но тогда, значит, если не переврал G и G минус 1, уж меня тогда не ругайте. Значит, форма связанности тогда меняется по закону Альберта с волной двумя волнами, если это будет брать, умеется G минус 1, умеется с волной G плюс D, плюс G минус 1, DG. Вот. Кроме того, что будет происходить
случае, когда у вас в качестве распыления берется что-нибудь такое знакомое на аудосвёрст. А именно, пусть где это некоторое ориентированное распыление, распыление со связностью. Ну, больше, чем прямо на ПСОАТЕ. Мы строим распыление диска. Это то же самое. Тогда поток, что доказанному, что, точнее, дополненному, я по связности на ПСО строю связность на главном распылении с ассоциированным средством. Да? Вот. Соответственно, получается способ дифференцировать, значит, для этих вариантов производных брать от течения этого вот пифагорового распределения. НАВА, значит, существует НАВА, ковариантное дифференцирование на круг Е. Значит, это ковариантное дифференцирование благодаря следующим условиям. Опять я его перечисляю, не особенно выдавая подробности. Если вы что хотите, я вам задаю вопрос. Итак, утверждение. Один. Значит, если фи, си, любые сечения клифордового распределения, точка будет обозначать клифордового распределения между ними, то мне выполняется очевидное слово равенство обращаю ваше внимание на отсутствие знака. Обращаю внимание на отсутствие знака. Оно как бы не нужно. Это не странно. Ну, потому что приток у вас освоение берется, а не такая. Так. Второе. При отождествлении, мы знаем, что он уже клифорда и изоморф, я уже записал на сегодня, он из внешних форм. Значит, НАВА переходит в стандартное распыление, которое получается НАВА из внешних форм. Да? Как это называется? Стандартная связь. Дальше. Это все, я считаю, факты, которые, в принципе, что-то задачи нужны. Вот. Так что, когда вы начнете считать, получите факты, что это считается. То есть, мы тогда можем какие-нибудь взять это растение, так далее. Так. Четных, нечетных степеней сохраняется при относительной связности. То есть надо приводит их в течение себя. А элемент объема плоский. Плоский. Относительно. Ну, это четвертое, точечно. Вот если вот на сайте вот R и C это вот E, вот R, C это примененное, опять стимульное отношение, это является местом дифференцированным. Это да, не сложно, тем не менее. На них тоже за ним вся эта наука работает. Мы получаем следующее утверждение. Пусть теперь Е есть спинорное распределение. То есть распределение спинорной структуры. ПСПИН от Е. Это то самое буристо на длинке райфэс О от Е, которое спинорную структуру задает. Да? Тогда мы можем с помощью этого накрытия
потребуется справа. С помощью этого закрытия двулистного я могу форму связанности или связанности, не хотя, оно же локальный метод дисморфизма, вот необычно, можно связанность перетащить справа налево. Это тоже локальный дисморфизм. Локальный дисморфизм. Получаем связанность на ТСПИН. Так. И вот теперь про свойство этой связанности. Значит, да, прежде чем это свойство, значит, переношу его, поднимаю его, сказать, поднимаю эту связанность, до ковариантно производной на произвольном спинорном распорядке. Да? Значит, пусть тогда нагло ковариантная производная, индуцированная таким образом на произвольном спинорном распорядке. Вот теперь я буду сейчас свойства прочитать. Свойства. Это утверждение, слово не пишу уже, но нет. Утверждение свойства. Во-первых, это связанность, если у меня φ, это пересечение расстояния Гриффорда, цитируемого φ, а сигма это пересечение, это единственное нужное расстояние, то, разумеется, будет тоже с периметром. Значит, тут точка это действие. Да, конечно, это вот слева у меня, это связанность, которая строится на Клифорде. Вариантное дифференцирование на Клифорде. На Клифорде у вас. Второе. Значит, F плюс минус от E. В силу того, что у вас элемент объема, он на самом деле плоский, а элемент объема вас нужен, чтобы расщеплять представление прямой суммы двух представлений, S плюс минус, значит, они сохраняются относительно на вот, ну, где определены. Так, третье. Значит, теперь давайте напишем. Вот R, C, это то, что справа, оно тоже будет являться дифференцированным. Дифференцирование. Вот. Для любых C это. Ну, дифференцирование по отношению к структуре модуля должно быть. Отсюда все можно и очевидные свойства. Вот не опустил бы что-нибудь там еще. Наверное, единственное, что нужно все сделать, это написать опять координатные записи, которые нам потребуются. Итак, значит, напомню, что базис в алгебре выше спин n, значит, ну, значит, спин n мы вкладывали алгебру Пифагора, и поэтому алгебра i тоже вкладывается в алгебру Пифагора, да? Вот. И все это база, все это вложение, база спин n, вот это вот, имеет вид. Это элементы в четной части алгебры Пифагора. Так. Тогда, соответственно, нагло сигма
в этом варисе Дмитрий Дмитриевич. Еще важна цитата, одна вторая, а дальше вот это самое самоуправление сюжета. А не основной жизни, чтобы знака не было, а вот меня перестали и жить. А дальше у меня будет такая штука, где жизненная сигма. Значит, это элемент долгого грифа, да, они действуют на вот на вот, сигму, да, как написал. Соответственно, R, смотрите, спинорный вот R, Си это от сигма будет уместить 1 вторая сумма по имени шажи. Давайте напишу вот такого, чтобы нам не имеет смысла такого написать. Что такое, давайте ставлю букву R, а вот напишу R. Пусть нагло соответствующая вариантная дифференцирована.
термодинамика это производная. Напоминаю, что в этом случае вот такой экономический университет есть дополнительная симметрия, а именно, давайте их напомним, значит, дополнительная симметрия, которая не была до этого. Значит, во-первых, R, Си, это, Зета. Видите, теперь у меня Си, это, векторное поле, но и Зета тоже. Раньше у меня состояло течение распаления, что это векторное поле. Поэтому у меня все три ингредиента, они равноценны. Я могу их попереставлять. Вот если я переставлю циклически, то получу ноль. Это называется равенство торжества Бьянки, да, одно из. И второе торжество Бьянки, оно вот такое вот. Если я возьму R, Си, это, у меня сигма, тау, это то же самое, со знаком может быть только, нет, знак даже не нужен. Вот. Вот то же самое, что R сигма тау си. Ну, ставит тоже судья. Так. Еще также обращаю ваше внимание на то, что именно эта связь означает это означает, что если у меня угловые скобки обозначают структуру временную структуру, да, то означает, что любого Си, Си от это z равняется на вот си это плюс это на вот си z. Вот. Ну что? Значит, пусть на них произвольное распространение модулей на кризисе. Выведем локально автономированный палец. Он сейчас дает векторные поля. Ну, нет, не векторные поля, конечно. Потому что если бы не были... А нет, векторные поля, да, не координаты. Векторные поля. Буквально в цели. Когда оператором Дирака D из течений S течений S называется выражение D от S равное сумме по I от одного А E и D умножить на E и D от S. Вот такой правило. Видите, что опять ничего не требуется вообще для его определения, кроме вот этого вот того, что написано. Ну что, опять-таки, даже ничего без дополнительного не делая, я уже могу кое-что сказать. Например, я могу сказать, что, да, во-первых, стабилизатор корректно определен и не зависит от выбора ортогонального вальса. Все понимают, почему? То есть, пока я стараюсь. Почему он корректно определен и от выбора вальса не зависит? Потому что координаты нужно проверить. Ну, можно сказать так, а можно сказать так, что если вы меняете по этому ортогональным образом, то вот отсюда возникает, выпускать отсюда матрица А, матрица А распланирована. Они перемножаются, будет единичка. Так, он дает определен, от выбора парится не зависит. Это как раз мы его так построили по бачке. Вот.
Рецепт это такой символ экрана. Главный символ экрана. Да, ну, помню, главный. Вы знаете. Вы знаете, что это символ экрана? Ну, слышу. А остальные нет. Хорошо, тогда утверждение. Опять упражнение. Все вы проверили. Упражнение, упражнение. Значит, символ оператора D равен в точке, давайте, в точке Фи. Не на Фи писать, доходит внизу, Фи на эту внизу. Равен, значит, И, Фи, на Фи, вот, это у меня, это звездочка. А если я возьму d в квадрате этого, то этот символ будет равен минус фи в квадрате. Так и называется оператор, он как раз такие хорошие, как минус нет, а то такие хорошие символы. А то все на него флоксианы, так? Это называется эллиптическим. Управляется. Да. Н8 конкретно, да. Ну, правильно, да. Если прямо в квадрат, то да, это вообще не воплощается. Что делать? А там, все же минус должен. Вот, давайте подумаем. Вот это посмотрим. Если квадрат разведу, то и да в квадрате минус. Да. И фи в квадрате даже в квадрате минус может. Потому что мне совсем так вот такое. А. Фи на минус может. Поэтому я минус сокращу. Если правильно следите за руками, это важно, то в данном случае все-таки я их пока не обману. Так, а теперь в общем случае, чтобы сказать про оператор Дирака, такой обобщенный, довольно сложно, но слишком обобщенный. Поэтому дополнительные условия будем накладывать. Дополнительные условия, которые заведомо выполняются, заведомо выполняются для тех спинорных расстояний, которые мы только что обсуждали. Спинорных расстояний. Во-первых, действие алгебры Клиффорда является, значит, не все Клиффорда, а те, которые помогли равно одному. Действие элементов помогли один равных. А вот это Клиффорда. Давайте Клиффорд их напишем. Модуль Е равно одному. Тогда это действие изометрично. Действие Е изометрично на S. То есть, если я возьму, вот у меня это целость, у меня Риммановая вся, да? Я забрал течение P, SO, распределение на S, да? То есть, что мне получается, что я напишу? Если я возьму D, сигма 1, сигма 2, то это будет равно минус сигма 1 и е сигма 2. Тут минус нужен. На самом деле это означает, что если я справа и слева все это умножу на е, я получу то самое, что было. Так. И второе условие, тоже выполняющее заведомо, что нагло является дифференцированием не структуры модуля. Да, но это набло, или хапал набло, структура модуля на над Клиффорд X на S. Значит, те примеры, которые мы изучали до сих пор, это заведомо выполнялось. Вот. А теперь подтверждается, что во всех этих примерах некоторые дополнительные свойства выполняются. Вот, например, утверждение очень простое. Утверждение. D оператор формально самосопряженный. Не только у вас компактный, не
ну, что-то компактное, например, я называю гладкие, гладкие течения с компактным насечением. Да? Значит, для того, чтобы у вас основная сопряженность, еще можно было говорить, конечно, требуется сперва ввести структуру гибертого пространства. Хотя бы не гибертого, хотя бы, как называется, нормированного. Значит, я полагаю, что сигма 1 умножается на сигма 2. Вот тут угловые скобки, это было поточечное, угловые скобки. А это глобальное. Просто интеграл по x поточечное произведение сигма 1 сигма 2. Интеграл по отношению к форме объема. Так, ну что? Тогда формальная самосопряженность означает, что если я возьму любые два таких гладких, два таких гладких сечения, D сигма 1 сигма 2 равняется сигма 1 D сигма 2. Даже это там, пока не так я набросаю схему, да? Обращаю ваше внимание на то, что у нас возникло вот это как первое такое первое столкновение второго правды жизни под названием математический анализ, даже русская функциональная анализ. В каком смысле? Хотелось бы чисто алгебраически определить самосопряженность. Вот это чисто алгебрическое равенство. И в случае конечномерного пространства оно совершенно эквивалентно тому, что нужно нам для всех работать. Однако в функциональном анализе понятие самосопряженного оператора гораздо более хитро, чем в обыкновенном конечномерном виде алгебры, который мы видим. А именно, оператор D должен быть определен не на просто каком-то пространстве с халявым произведением, а на гибертовом пространстве. А гибертовое пространство, оно пополненным должно быть по отношению к настоящему произведению, да? А когда мы выполняем гладкие формы, или гладкие посещения с компактным носителем, можем получить не то, что там с некомпактным носителем, что это было бы полный, мы можем получить формы или сечения просто-напросто откровенно негладких. Вот. И поэтому у каждого оператора на гибертовом пространстве есть понятие области определения. Например, оператор дифференцирования на функциях, у него область определения, строго говоря, состоит только из тех функций, которые называются дифференцированными. Вот. Чтобы теперь получить самосопряженный оператор, я хотел попытаться получить, мы должны сначала гладкий оператор расширить, продолжить некоторые оператора гибертовом пространстве, чтобы расширить его область определения, посмотреть, что попадает в область определения, взять формальное сопряжение этого оператора, получить, вообще говоря, оператор с другой областью определения. И вот после этого, если окажется, что области определения совпадают, и на этой области определения эти операторы одинаковы, тогда оператор это самосопряжённый. Понятно? Если оператор ограниченный, то тогда проблем нет, потому что ограниченный оператор, у него область определения все пространство. И, соответственно, двойственный оператор, который получается определением Дора, область определения все пространство. А тут у нас оператор, в силу того, что он что-то дифференцирует, определённое видение. И тут придется немножечко бороться. Хорошо, ну, по крайней мере, первая эта часть делается чисто алгебраически и делается довольно быстро. Давайте я сейчас начну. Я начну с того, что просто... Давайте возьмем D сигма 1, сигма 2. Значит, сразу нам нужно будет интегрировать в эту штуку, да? По x. По всему x. Если я возьму эту угловую скобку с точки x,
я пробую вычислить, чему это равно. Давайте я, чтобы вас не утомлять, я получу сразу ответ. Это равняется. Ну, потому что надо сигма 1 d сигма 2. То есть x минус вот такая сумма. ЕИ, значит, сигма 1, ЕИ точка сигма 2. Вот. Ну, это довольно очевидно, просто интегрируем по частям, если я правильно понимаю. Поэтому, сейчас мы это раскроем скобочки, да? Ну, по определению, да, я просто это... Домножить на... Ну, домножить, то есть вот пользоваться там таким там свойством жилищности, изометричностью этого умножения. И дальше формула Лейбница. Ну, кого? Ну, формула Лейбница. Функциональная формула Лейбница? Да. Ну, может быть. Важно, что у этого часть, она как бы идет в жертву управления. Получается. Просто нужно отложить. Сейчас еще раз. Не единственное, равно, не единственное. Соответственно, сигма 1, сигма 2. Да, если в самом деле говорить, значит, сигма, сумма сюда, конечно. Значит, эту единицу, в самом деле, умножаем, в принципе, сюда, знак возникает. А дальше мы перекидываем дельта на плитку слева направо. И это, а, это на самом деле получается вот с помощью того, что у нас лимонова шарфость. Все с лимонова, и поэтому у вас получается. Значит, все, это очень простая. А вот вторая часть, нам нужно вот эту штуку уничтожить. Ну, знаешь, что если я возьму интеграл от этого по x, ну, как часть, то я получу 0. Оказывается, наша дивергенция где-то на уходе. Точно. Такого. Ну, как раз вот, у него эти компоненты, это как раз вот это приятное произведение. В общем, да, это дивергенция электронного поля, да. Оказывается, что у нас стоит дивергенция электронного поля. Ну, я не знаю. Если вам очевидно, то я не знаю. Давайте тогда я ставлю это на качество тоже покучу. Может, времени не так много. Но могу сказать следующее, что для того, чтобы доказать снова, что это дивергенция, вы должны выбрать этот базис яиц, это не АВК, а таким образом, чтобы на АВК яиц движимся с точки Х, мы равно нулю. Вы знаете, что всегда существует такая система координат, ну, электрические координаты, что в некоторой точке это будет равно нулю. Так мы решили, что в некоторой точке это значение, потому что мы сравниваем некоторые независимые. Это вот здесь единая штука, а выбранная система координат не зависит. Это понятно. Да? И то, что утверждение, что это вот дивергенция, правая часть того дивергенция, она тоже от системы координат не зависит. Да? Поэтому мы можем любую систему координат выбрать. И если в этой системе координат не равенство будет выполнено, то оно выполнено в любой системе координат. Это вот типичный трюк дифференциальный геометрический. Когда левая часть оказывается от системы координат зависящей, правая независящей, выбираем хорошую систему координат и в ней все считаем. Считать произвольственным порядком никакой надежды. Всегда там какие-то возникают страшные попадания. Вот. В самом деле, эта штука равняется дивергенции. Давайте я пишу, значит, какого поля. Ну да, вы сказали правильно. Это векторная вот дивергенция от Си, где Си определяется тем, что Си это равняется минус сигма 1, это умножить на сигма 2. Где это произвольное поле. Смотрите, если я это произвольное вариант определю правую часть, то левая часть силу, как называется, это невыжизненность, такая произведение, автоматически выдосмется. Я его получаю, значит, проверяю, что это будет дивергенция. Ну, кстати, проверка дивергенция это некоторая, ну, усилие требуется. Ну а то, что дивергенция, интеграл дивергенции по всему пространство равно нулю, здесь это
вам известно. И от компактного носителя не правильно. Ну, если компактный носитель, да. Носитель, конечно, компактный, что это проблема. Нет, ну конечно компактный носитель. Если какие-то не компактные, то я даже не смогу проинтегрировать. Если есть граница, там возникает второй смотри, ну правда. Это, конечно, без границы, с опасным носителем, все эти оговорки. Ну что, значит, я рассчитываю эту теорему, и может в следующий раз, когда я ее закажу, анонс теоремы. Анонс теоремы. Б. По-настоящему, самосопряжённо. То есть, как я объяснял, у него не просто вот формальное равенство выполняется, у него у двойственного оператора, который получается справа, одно и то же определение совпадает. Так, ну давайте вместо этого я парочку примеров приведу, некоторые из которых достаточно даже интересны, а некоторые важны. Просто примеры операторов Дирака, они во многих частных случаях представляют для себя необычно совершенно нам хорошо знакомое. Начнем со случая самого тривиального. Пример. Х равняется R. V. D по DX0, ну
g2 по dx1 минус g2 по dx2 минус k d по dx3. Ну, естественно, d по d по чертой, тут надо знать плюс поставить. Вот. В частности, вот это дефицитов, если возьмете, отождествите h с c плюс c, да, то вы получите возможность заменить и же и к на матрице Паули, которую, наверное, нравится. И заменяется на сигма 1, кажется, называется, минус и 0 минус 0 минус и, так, кажется, сигма g заменяется на сигма 2, это 0, 0, минус 1, 1, 0, это глубина, все правильно, я тебя знаю, что помню. И k заменяется на сигма 3, 0, и 0. Вот получается то, что вы пишете, по крайней мере, вы пишете эти два. Вот они, откуда берутся, они просто-напросто получается при отождествлении этих фотографий цифр, да, с тем, чем было лучше. Значит, еще один пример, который, собственно, объясняет, еще раз, не два примера, я это уже понял, что мы сегодня, это уже что-то напишу. Два примера. И два с половиной примера. Значит, два. Значит, если без аналогов глифа, да, если опять все условия выполнены, и вот тогда утверждение, которое я не знаю, пойдите сами докажите, оно тоже понятно, почему легко доказывать. Утверждение. Оператор Дирака можно экспозиционно d плюс d делать. Значит, алгебра Пифагора x, напоминаю, она переработана лямбда звездочка. А лямбда звездочка имеет оператор Дирака, дифференциал Дирака, и двойственное к нему, оператор Форша. Вот если я напишу вот эту звездочку, то будет срочно стреляет. Ну тогда в частности это следует, в частности, что этот квадратик равняется оператору Лапласа Беспрайма, это вот там, Ходжи Дирака, Ходжи Лапласа. Или Лапласа Ходжи, в общем, сейчас такое, они с первым напутаешь. Это называется Лапласа Ходжи? Ну да, так что такое. Или Лапласа Беспрайма. Что-то такого, это разное. Это вопрос Бельтрами. Да, я не помню, но какой-то Бельтрами когда это взял. Нет, ну... Это вопрос Бельтрами, да? Я не помню, это... Тоже не помню. Ну, короче, это тот оператор, который тебя не да, я не хочу. Кстати, если вы знаете теорему Ходжа, наверное, сразу следует связь, тонкая связь оператора Дирака с топологией, да? Ядро оператора... Ядро оператора... В этом случае ядро оператора D в квадрате, а сила сопряженности, на самом деле, с малым D, может быть отождествлено просто-напросто с гармоническими формами, то есть с когомологиями Дирака нашего многоправия. Так, значит, ну я два с половиной не буду вдаваться в детали, значит, на самом деле, если что упомянул, что если у меня мы добрали спинорное теперь, x спинорное многообразие, хотя спинорное многообразие, напоминаю, у меня до сих пор даже спинорности не делалось. Но если x спинорное многообразие, то я могу здесь сказать 4s, распределение спиноров, то самое, которое получается с помощью представления группы спин. Вот. И тогда оператор, как ни странно, хотя он довольно очевидный, оператор Дирака в этом случае впервые был исследован очевидным Зингером. Иногда это так называют, да, Россия Зингера. И пятый, вот теперь третий пример. Значит, если у вас Е произвольное распределение со связанностью, вот. Пусть у вас на другие связанности. Пусть у вас опять x спинорное многообразие. Значит, x спинорное многообразие, спинорное. S x, а то, что
ну, назовем его так. На благость, это соответствующая связность в этом. Тогда я могу рассмотреть расслоение S пятого молекулярия, и на этом расслоении точно будет тоже будет структура модулей на клифордовом расслоении клифорд X. Да? Это тоже будет модуль от клифордового расслоения. Связано на этом расслоении тоже легко получается. Она называется на ВС, скажем, на ВЕ, и дает очевидные формулы Лейбница. Примерно где-то получу на ВС и на ВС тендер на ВЕ плюс С тендер на ВЕ. И у меня тоже возникает гранат. Получаем, так сказать, подкрученный, подкрученный. Вот теорема, которую я надеюсь доказать к концу года. Теорема. Значит, я немножко встречу теорему. Я сформулирую, хочу сказать следующее, что на самом деле теоретические операторы, они могут быть рассмотрены как элементы категории. Ну, по крайней мере, там, если это двойственность, это грязная скорость. Поэтому, когда я говорю про операторы, значит, я могу применять к ним все вот то, что мы знаем про категории, в частности, периодичные блоки. Понятно? Вот. Итак, единственное в том, что с точностью до периодичности, то есть до вида, точности до периодичности и гомотопии, все электрические операторы на любом многообразии могут получаться таким образом. Все электрические операторы на X, если норма многообразия, вместо нового многообразия, эквивалентны оператору вот его вот, давайте назовем его DE. DE гамма S плюс, давайте лучше, да, S плюс кажется, DE гамма S минус. Если я одного раунда, то встреча с тобой справа, но это очень большая теорема, которую мы, надеюсь, ближе к концу вот как-то осветим. Вот это вот то, что я хотел бы вам сейчас сказать. Значит, в следующий раз я закажу эти красивые формулы, типа Вейценбюрса Бокстера, более они красивые. Вот, мы на них, наверное, остановимся и начнем уже такой полноценный курс анализа. То есть там пойдут Александр Гильбертов пространство, пространство Соболева. Я сам, если честно, это не очень хорошо помню и сам не очень люблю. Так что если вы что-то помните, будете мне помогать. Ладно. Все. Спасибо. До свидания.